Здравствуйте, друзья! Сегодня видосик коротенечкий, куча-куча мотоциклов вокруг, как обычно, все они не белорусские, ценники вот такие вот написанные, года тоже, если вам видно. Вот, вот таким вот образом нахожусь в Поляндии, Астраленко это такой типа мелкий городок. Вот, и здесь один владелец, вот, собственно, продает мотоциклы. Их здесь целое море, вот, и голда, и все такое, в принципе, старое, которое для нас, белорусов, очень любимо и удобоваримо. Там, в районе там, 2000 евро можно найти очень много вариантов. Я смотрю, здесь и эстехи есть. То, что пан Европен, да, там 93-й год какой-нибудь, и ЦБР-ки, 929-е, есть Сибихи, есть CBF, я смотрю, кстати, CBF сколько стоит? 7500 польских, это примерно, наверное, 2000 евро где-то. CBF-ка прикольная, вот в Нейкеде. Honda CBF. Полностью она naked. Ладно, это не суть. Короче, скоро будет новый видосик, как я ездил за мотом и на нем же и приехал. Сухая информация, не особо ничего интересного, но тот, кто собирается и планирует покупать мотоцикл за рубежом, я думаю, будет очень даже полезно. Всем пока, удачи!